Привет, друзья! Я думаю, многие из вас уже слышали о новом долгожданном сериале «Трицента», или как это будет на турецком, на языке оригинала «Ючкуруш». Ну а каким будет сюжет сериала, вы узнаете в сегодняшнем видео, друзья. Некоторая информация о сериале «Ючкуруш», который будет снимать производственная компания «АЭПИМ» и которая ожидается с большим интересом, начала проясняться. Стали известны некоторые подробности нового сериала. Как сообщает журналистка «Берсен Алтунтаж», сериал «Трицента», в котором Ураз Кайгаларулу сыграет одну из главных ролей, расскажет о бесконечной войне между полицией и мафией. Да-да, друзья, вы не ослышались. Ураз Кайгаларулу присоединился к касту сериала «Трицента». Но об этом я расскажу чуть позже. Производственная компания «АЭПИМ» впервые упомянула о новом сериале «Трицента» в последнем эпизоде очень популярного сериала «Шоу ТВ». Конечно же, это сериал «Чукур», который не так давно вышел в финал. Продюсерская компания провела необычный промоушен, в котором объявила о новом сериале. В одной из сцен заключительного эпизода сериала «Чукур» появилась надпись: «Мы вышли из внутри, попали в Чукур, на очереди три куруша». Ну а теперь фанаты суперхитового сериала «Чукур» с большим любопытством ожидают следующих новостей по сериалу. Как сообщала турецкая пресса ранее, сериал «Трицента» расскажет нам историю о трех мужчинах. Таким образом, в сериале будут три мужские главные роли. Одним из главных актеров станет Ураз Кайгаларулу. Однако по поводу остальных имен до сих пор пока нет однозначной информации. Как сообщает турецкая пресса, в сериале, который расскажет о конфликте полиции и мафии, в котором Уразу Кайгаларулу была предложена роль начальника полиции. Однако Ураз Кайгаларулу отказался от данной роли, приняв роль героя по имени Картал, который будет управлять казино. Что говорит о том, что Ураз Кайгаларулу согласился на роль плохого парня, то есть мафиози. Ну а сценарий напишут Дамла Серим, которая, конечно же, является сценаристкой сериала «Чукур», также совместно с успешным писателем Муратом Уюркулак. Популярному актеру Танеру Юльмес, который прославился благодаря сериалу «Чудо-доктор», также предложили сыграть роль в картине, но актер не принял предложение. Исполнительница главной роли сериала «Чукур» Дамла Сюньмес, напротив, не получала никаких предложений, как сообщает турецкая пресса. Ну а что касается популярного героя сериала Араса Булута Инемли, фанаты задаются вопросом, примет игрок предложение в этом сериале или нет. Актер оставил своих фанатов в недоумении, не дав однозначного ответа на этот вопрос. Поклонникам Араса Булута очень любопытно, вернется ли актер на экраны после сериала «Чукур», а также хотят знать, чего хочет актер, ведь есть предложения из разных сериальных жанров. Одно время турецкая пресса поговаривала, что актер сыграет в сериале «Неверные», но эту информацию опровергли. Сыграет ли актер в сериале «Три куруша» стоит на повестке дня давно, но четкой информации пока нет. На вопрос, какие предпочтения на данный момент у актера, Араз Булут ответил, что определенных предпочтений у него нет, таких как персонаж или сюжет сериала. Когда актера спросили, есть ли у него какие-то пожелания или предпочтения по поводу нового проекта, он ответил, что совершенно об этом не думает. Если в его жизни появляется какой-то новый проект, он пытается извлечь из этого максимум пользы, выложиться на все 100% и сыграть эту роль безупречно. Как вы думаете, друзья, почему новая картина носит название «Трицента»? На самом деле все просто. Серийный убийца по имени Ирфан бросает по «Трицента» на каждую из своих жертв после их убийства. Ну что ж, друзья, сюжет довольно интригующий. Я думаю, в любом случае, любителям сериала «Чукур» новая картина придется по душе. А что думаете вы, друзья? Поделитесь своим мнением в комментариях. Совсем скоро мы с вами узнаем, кто же еще присоединится к касту нового сериала «Трицента». Чтобы ни в коем случае не пропускать следующий выпуск новостей, обязательно подписывайтесь на канал, поддержите лайком, а также обязательно оставляйте комментарии. Я с большим удовольствием прочитаю ваше мнение. Берегите себя и до новых встреч!